Копия монеты. 10 рублей 2010 года. Пермский край. В чем отличие копии от оригинала? Так же, как и на оригинале, в центре прописано число 10 с горизонтальным рифлением. Прописан номинал монеты. Внутри цифры 0 отсутствует горизонтальное мелкое рифление. На настоящей монете оно есть. Также здесь четко видно вертикально расположенное число 10. На оригинальной монете при изменении наклона монеты число 10 перемежается с надписью «РУБ». Также внешнее кольцо из латуни, я имею в виду оригинальную монету, темнее, чем здесь. Здесь не знаю, какой металл. Слева лавровая ветвь, справа дубовая ветвь, все так же. Теперь под словом «рублей» должна быть отчеканена литера СПМД, Санкт-Петербургский монетный двор, обозначающая, то есть знак Санкт-Петербургского монетного двора. Здесь надпись «копии». Внизу также 2010, год чеканки. Вверху надпись «Банк России». Так, теперь реверс. Вверху надпись «Российская Федерация». Вот все так же. Внизу надпись «Пермский край». В центре герб Пермского края. Медведь. Серебряный медведь, несущий на спине оклад с находящимся внутри Евангелием. Оклад увенчан восьмиконечным крестом. Вверху большая имперская корона. Тут кроме цвета металла различий не вижу я. Различия в гурте. Здесь гурт полностью рубчатый. Гурт белого цвета. На оригинальной монете на гурте две надписи. 10 рублей. Оригинальная монета стоит в среднем 5000 рублей. Копии в среднем стоят 100-200 рублей. Вот такие различия.